Хабиров упомянул пресловутого Азамата Абдрахманова, сообщив всем, ну, если кто вдруг не понял или забыл, что Азамат Абдрахманов, 10-й вице-премьер в правительстве Республики Башкортостан, сменил Азата Барданова на посту председателя Межведомственной комиссии по недропользованию. И что вот этот самый Ишимбайский Абдрахманов уже выезжал туда и неплохо поработал. Ну, туда это, видимо, в Тимясово. Так ведь, да, дорогой Ради Фаридович? А неплохо поработал, это вот то самое, что он делал животом там, да, перед микрофоном. Ну, собственно, он там больше ничего и не делал. Надувал живот, расставлял широко ноги и вскидывал в небо руки. Собственно, вот это вот называется «неплохо поработал». На самом деле, конечно, Ради Фаридович, вы делаете колоссальную ошибку, вообще упоминая об этом Азамате Абдрахманове. Я думаю, что самое время его спрятать где-нибудь во глубине канцелярии и не вытаскивать на поверхность там месяц-другой, а то и подольше, потому что, ну, то, что произошло в Тимясово, это, конечно, позор для власти, а для власти нет ничего страшнее, чем то, когда она становится смешной. Вот Азамат Абдрахманов приложил все усилия для того, чтобы рассмешить население образом власти, которое вот ему представляется правильным. То есть, так что, Ради Фаридович, лучше вы куда-нибудь там ближе к буфету перемещайте.